Всем привет! Друзья, мы в Нижнем Новгороде, почти снова в строю. Дим, расскажи, откуда у нас техника, на что снимаем? Ну, спасибо ближайшим родственникам. Дали на прокат один раз технику. Ближайшие родственники называются прокат техники в городе Саранск. Ну, у них выбора не было. Ребят, новинки. Новинок поступило много. Хотели сначала разделить что-то из коллекции Самар, который теперь называется по-другому. Но, я думаю, будет интереснее посмотреть все новинки, которые на данный момент поступили в Нижний Новгород. Прошлись по диванам, там нет ничего. А в столах сразу 4 новинки. Пойдем покажем название ценники. Уже известный вам Марют появился в новом цвете. 4000, такой красивый, благородный, вишневого цвета стол. Фишка данного стола в том, что когда вы снимаете поднос, у вас остается полноценный стол. То есть фактически у вас два предмета. Стол очень компактный, из ДСП, ну, покрашен, соответственно, краской, подстолье буковое. По словам клиентов, сам стол неплохо переносит зиму на балконе. Не знаю, мы не пробовали, у нас такого нет, но он складной. То есть его можно, когда вам стол не нужен, вот так вполне компактно убрать, что является его плюсом, под ту же кровать. А подносом пользоваться как обычным подносом. Только поднос большеват для обычного применения. Но, тем не менее, я считаю, вещичка компактная. Ну, в принципе, 4000, ну, с учетом качества, внешнего вида, в Ашане в районе 3, но такой жибленький-жибленький, ну, более-менее, я бы сказала. Но поднос такой основательный, тяжелый. Сейчас я разложу обратно. Так, все. И рейш пандориваем сверху. Поднос условно на таком магните, и просто он со стола не свалится, то есть все стоит крепко. Пойдем дальше. Стол-лак появился в новом зеленом цвете, но неудивительно. Теперь все есть в зеленом, как же не будет стола. Кстати, смотрите, как следы остаются. Дим, покажи поближе. Артикульный номер для тех, кто удаленно заказывает. Передает камера это? Нет, не видно. Не поймать, да? Ну, в общем, поверьте нам на слово, лапты есть. Вот артикул. Дим, покажи артикул номер. Для дистанционных. А гладом в зеленом цвете. Про гладом уже рассказывали много раз. Удобный, хороший стол. Единственное, вот жебловато стоит. Это его особенность. Его нужно хорошо подтягивать. Ну и плюс он очень легкий. А так, хороший полноценный поднос. Но опять же, видите, да, ручек каких-либо нет. Нести, например, нагруженный, вот так неудобно врезается этот железный край. Вот так вот тоже его особо. Ну, надо быть, наверное, официантом, профессионалом, да, чтобы это носить. Да нет, не особо. Ну, не знаю, мне кажется, я не донесу, поэтому вот. Но, тем не менее, ценник всего 1300, выглядит вполне стильно. А столы Кракста появились в новых цветах. Синий-синий. Темно-синий-зеленый. Пойдем покажем такой интересный цвет. Зеленого я тут вообще не вижу в этом оттенке. Да, вот это темно-синий, зеленый. Вообще такого насыщенного серого цвета. Кстати, цвет вполне приятный. К этому подходит диван самый дорогой, киевский, который за сотку. Стокгольм. И Кракста светло-бежевый. Артикульные номера покажи, пожалуйста. Это бежка. Неудобно. Давай подвину. Вот так тебе удобно? Ну, мы про них уже вам рассказывали, про другие цвета. Можно сидеть на них, как на табуретках. Ребята, если будет где-то засвет, не извините. Первый раз такую технику держу. Не научился еще. Друзья, стоим и думаем, взять нам его или нет. Был 15, стал 5. Кто страдает по макерату, в нижнем есть запятак всего. Ну да, теперь уже более-менее. Как думаешь, до 3 догонит? Нет, это последняя цена. Думаешь, последняя цена будет? Да. Надо посмотреть, сколько на остатках его. Мы в отделе столов. Столы Линмон появились, столешницы Линмон появились в новых цветах. Черный с фанерой. Дим, покажи боковушку. Кстати, интересный цвет. Размер 120 и 150, метрушки нету. Такой более матовый, да, чем вот обычные. Но, кстати, следы, ну, относительно. Значит, марки. Больно, да, прям вот смотри, вот даже пальцем провожу. Так, зеленые.
покрытие чуть получше, чем у... То же самое, чёрный. Таня, как и лак. Ну да. Смысл тот же самый. Такая же бумага. Блин, ну, можно спокойно менять. И в сером цвете. Показал серый? Угу. Размеры, получается, только 1,20 м, 1,50 м. Маленьких нет. Подстолья новые появились. Леберг. Красный. Артикул не получается показывать? Ага, видно. Угу. И вот такой красивый голубой. Кстати, вот ну, для детской интересные цвета, да? Веселенько. Но только это подстолье у нас не очень-то пользуется спросом. Ну, кстати, разгон ножек слишком уж это у него. Так-то оно легкое, сюда стопорится столешница. Вот этот вот выгон большой, много места занимает. Не придает чувства уверенности эти мне, типа, ножки вот эти. То есть фактически подстолье. Линмон ты просто сверху ставишь и все. Да. Проще по 250 рублей ножки купить, да? Да? Дешевле, кстати, даже будет. Маркус, друзья мои, появился в... Знаете, все новое, хорошо забытое старое. Цвет вимла темно-серый. В ткани Маркус стоит 12 тысяч. В коже стоит 14 тысяч. Меня смущают подлокотники. Дай-ка покажи. Более тоненькие? Вижу. Нет. Ну, во-первых, да, сами по себе. И по цвету тоже. И по цвету, да. Там все серое, здесь он весь черный. Как будто тоньше. Вот. Дай-ка я в него сяду. Оригинал. Присядь. Не знаю, мне кажется, будет вот это царапать. Покажи поближе. Смотри. Это не прорезиненное? Ну, резина. Ну, хотя бы вытираться, наверное, так не потрескаться. Так. Это то же самое. Да? Маркуша. Идем снимать. Нет, реально, ребят, стул классный, но... Хотя, вот ты какой все-таки, закожаный? Кожаный. Он неушибаемый просто. Вот сколько он, ему ничего. Его не надо чистить, не надо заморачиваться. А так как, я не знаю, ну я еще не встречала людей, которые бы не любили за компом долго работать, чего-нибудь похомячить. Все равно пятна какие-нибудь да будут. Подожди. Письменный стол Бримнес. Ты камеру не выключал? Нет. Иди сюда. Слушайте, классно. У Бримнеса появилась новинка. 4500, 1,20 м на 65 см. В принципе, нормальные, полноценные размеры. Дырка под провода, как у большого Микки. 120 – неплохой размер. Дальше выдвижной ящик. Нагрузка на ящик 8 килограмм. Угу. Видно? Глубину хотя бы вот, да, на фоне руки. Так, и здесь у нас... Загляни, пожалуйста. А там дырочек больше нету? Дырочки есть, то есть фактически подразумевает, что можно полку повыше системник, наверное, поставить, да? Ну, а провода от системника куда? Дальше? Нет, куда уходят? Никуда не уходят. И можно сразу есть пропил на другую сторону, Дим. Угу. Вот ту сторону покажи, пожалуйста. А тут что? Нет, внутреннюю, к тебе, вот, да, ага. Внутреннюю. Видишь дырки? Сразу просверление. Вот жалко, что они ничем не закрыты. Для того, чтобы можно было переставить на другую сторону. Тумбочку. Вот эту часть. Ну, у других столов тоже, что ли, оно есть? Да. У мальмов. У мальма? Значит, да. у них закрыты заглушками все. Там они более-менее скрыты. Ну да, тут. Потому что... Почему я на это обратила внимание? Потому что дырки... Подожди, прям... а в Икее же продавались набор заглушечек? Да, только все? Для методовских. А тут может, дырки, подойдет? Разного размера. Тут три диаметра дырок. Дай-ка я сяду. Но в принципе, если делать спальню в Бримнесе, да? Такой сейчас жесткий опять скажу, что мой рюкзак, да? Ну, 1,20 м полноценно. Не знаю, мне нормально. Тут и для компа место, и для уроков. Слушайте, неплохой стол. А что вот здесь вот? Вот эти дырки. Дима, объясни, пожалуйста, с технической точки зрения. А что случилось? А вы что здесь за дырки еще? Кстати, Бринес есть в черном цвете. Только на выставке не представлен. Но они должны быть зеркальными, нет? Нет, они не зеркальные. Нет? Просто для чего они? Если я тумбочку собираю,
Для сборки тумбочки сюда? Татьяна Павловна, оно предназначено для поменяния местами тумбочки. То есть тумбочку можно не только с этой стороны, а вот сюда, что ли, ее пришпандорить? Грубо говоря, защита от дурака, чтобы ты не смог иначе закрутить. Вот так тебе скажу. О, как. Ну, страдает, вот. Видишь, вот сама память. Качество бремновсовское, все как обычно. То есть есть косячки, есть нюансы, но, в принципе... Тебе подписчики пишут, ты слишком зациклилась на этом столике. Новый желтый человечек. Фигурка Гельстата. 499 рублей. Артикул покажешь? Да. На сайте, по-моему, их еще нет. Обычный деревянный, только покрашенный в желтый цвет человечек. Так, не уходи, разворачиваемся. В отделе канцелярии тоже появились новинки. Мы уже затестили. Я брала на прошлой неделе, когда мы были без съемок, домой, дети, вот такие пеналы. Всего 130 рублей. Железный пенал. Называется Илобатинг. Разноцветная змея металлическая. Змейку. Футляр для ручек. Вот он. А, смотрите. Так, что-то я закрыть его теперь не могу. Дома что-то у меня получалось, сейчас нет. Ага. Вот эта змея, глазки. И... То есть вот так, ну, вот так, и потом снять. И внутри разделитель, наверное, подразумевается язык змеи. Ну, в общем, младшая оценила. Карандаши теперь в садик носим только в нем. Карандаши живы. Так, дальше новый блокнот из этой же серии. 199 рублей. Икеевские блокноты очень люблю. Ну, давай покажем, какой красивый. Пастельный красивый тигрюша. Хорошие металлические скобки. И хорошая пищевая бумага. Единственное, любители разлиновки, извините, тут придется... Все для записи. Только для записи, да. Красивенький блокнотик. Вполне можно в качестве такой, ну, милой подарушки. Потому что счастье, что сейчас можно за 200 рублей купить? Наверное, ничего. Ребят, мы в отделе кухни, смотрите, значит, на определенные фасады скидка. Это Грефста. Тут, наверное, как надо будет на паузу людям поставить, чтобы посмотреть, да? Ну, да. Все видно? Угу. Потом Утербин. Утербин с таким рисунком? Ну, не знаю, куда такой кухню-то. Поэтому, наверное, уценяют. Да. Утербин с таким рисунком? Аж больно креативно. Жестоко. И вот такое. Долго будем продавать ее? Мне кажется, еще уценят. Смотри, фасад 60 на 80. 5200 одна дверь стоила. Одуреть. Смотрите, еще появились новые фасады. Нет пока цены. Его даже только вот собирают. Дим, можешь показать издалека? Там вот красивую кухню делают вишневую. Сейчас дяденька пройдет. Называется Каларп. Цвет фасада темно-красно-коричневый. ДСП и глянцевая пленка. Меня слышно? Да. Рассказывайте. Края, в принципе, все окрамленное. Как что покажет себя, пока не ясно. Задняя поверхность матовая, лицевая такая вот переливная. Ну, неплохо смотрится. Смотрите, как этот... А, стоп, значит, Беста еще будет с такими же. Или не из металла? Не, она и есть такая. Сельсвикин. Дим, это сельсвикин, да. Такой. Вот. Да, смотри-ка. То есть такой же Беста. Не знаю, мне кажется, год-два постоит и надоест, как собака, да, такой нет, цвет? Нет, Таня, нет. Не надоест? Стены перекрашиваю разные цвета, и будьте счастье. Может быть, здесь просто на фоне темно-синих цвет, стен как-то еще? Ну да, тут синий оттенок, я вот не знаю, к чему прилепить-то. Нет, здесь посуда синяя, вон шторы синие. Ага. Все, ну, мне как-то мрачновато, интересный цвет, но не знаю. Ребят, как вам? Пойдет. Пойдет. Ты что, пришел смотреть, как я кран бомблю? Ну, давай вместе посмотрим.
Тольшен, черный полированный металл, 10 лет гарантии. Артикула нету. Артикула нет, обратитесь к продавцу. Ты тут не увидишь, 304, 430, 77. Смотрите, гибкий съемный душек. То есть вешается вот он сюда. Как-то видно тебе? Ну, теперь более-менее. Динь-динь-динь. То есть можно, в принципе, да, опустить, поднять. Так, ну вот это как я подразумеваю. Да, как раз включает ее. Нет, а вот. Ой. Сейчас тебя в комментариях засмеют. Ну, пусть засмеют. Включила сначала вот тут кран. А тут уже моешь посуду. Так, трик, и она льется. Да. Это второй клапан. Сори, простите, у нас на кухне стоит обычный бюджетный лагар. А, ты же в ресторанах не работал. В ресторанах не работал. У нас вот такой краник стоит. Вот. Отлично все моется. Кстати, очень удобная штука. Да? Да. То есть такую штуку ты рекомендуешь? Ну, не за 16 тысяч. За 16 долларов, думаю? Дороговато. Ну, новинка. Как ты говоришь, твоя любимая фраза? Распродажа нас рассудит. А халбар, смотри, новенький появился. Мы халбар уже показывали. Появился на 3 литра халбар. Кстати, для батареек, для чего-то вот мелкого, да, для сортировки? Кстати, никак батарейки я в Икею не привезу. Уже у нас уже вот примерно вот такой контейнер накопился. А та-та тебе. Опять не дала закончить мысли мои. У нас обзор опять часа на 3. Как бы не на 2 части разделить бы это. А, значит... Вот Кирка, стоим и спорим. Мне кажется, полка уже это, ребят, была, только с другим названием. Такая вот металлическая, 80 на 20. Дальше Торнвикин 60 на 100. Ну, это классика Икеи, я бы сказала. Торнвикин есть вот такой с рейлингом под финтор. И просто обычные полочки. Появилась новая тележка еще. Роскук, серо-зеленый. Ну, вот это уже похож цвет, да? Серо-зеленый. Ну, да. Артикул показал? Да. Ну, Роскук всем знаком. Рассказывать можно про нее не рассказывать. Сейчас, получается, друзья, 3 цвета. Белый, черный, серо-зеленый. Бежку убрали, кстати. Такой популярный самый цвет был. Помнишь, синяя даже была, красная была. Ой, смотри, какая интересная полка. Вот это точно мы не снимали. Вадхольма. 5000. 4 крючка. И лови как хочешь. 4 крючка. Покажи всю полку, пожалуйста. Да, пожалуйста. 1, 2, 3, 4 полки. Блин. Одна с бортом. А вот сюда что, что-то вешать? Ну, кружки, стаканчики, чтобы не попадали лишний раз, когда ты можешь... А, то есть дополнительный, ты имеешь в виду как этот? Ну, ограничитель, да. Ну, и можно какую-нибудь фигуринку подвесить. Блин. Тележку что-то другую нельзя было взять. Давай, пока не свистят. Дмитрий Юрьевич, как вам гардероб за 20 тысяч из бамбука? Вот если я домой с таким приду, ты меня пустишь? Ну, пущу. Ну, поворчу. Но в районе прихожки будешь жить. Вместе со шкафчиком? Да, охранять будешь ее. Так, ребят, гардероб, бамбук, Нарткиза. 604, 394, 70. Что-то у нас сегодня это рассинхрон с Татьяной. Это... Вот что значит... Наушники не... отдирает. Не снимать неделю. Этикетки не показывает. Планка. Под одежку. Ну, штанга назовем, да? Ты что, новой камеры боишься, что ли? Наверное. Не такая линза? Большая слишком, да? Так, ладно, опять скажу, что чудачок. Полка 1, полка 2. Так, ничего никуда не снимается. Соответственно, как зафиксировали, так и зафиксировали. Дверка одна. И здесь получается стеллаж. Задняя стенка тоже открытая. И, кстати, совсем вот где штанг, где можешь заглянуть камерой, здесь пусто. То есть, как разделитель пространства, ну что-то. Ну, двадцатка, что-то дорого. Ну, бамбук все-таки. Экзотическое дерево. Ну, не знаю, я просто прикидываю примерно мебель, которая у Икеи есть из бамбука для ванны. Вот по материалу здесь 1015, вот по этим, по табуреткам. Ну, ладно, стильно, красиво. Не докапывайся, не докапывайся, пойдем.
Друзья, мы пока не знаем информации, у нас ее нет, менеджеры сами ничего не говорят. Но очень похоже. Но очень похоже, что какую-то альтернативу Ольготу нам дают. Серия Обхус. 2. Металл. То есть направляющие все металлические. Где бы найти на нее хоть примерно? Открытый модуль для обуви. Ну, смотри, там будут корзинки, я наблюдаю, есть. Да, вот смотри, выдвижные корзинки есть. То есть фактически каркасик. Я даже сама не знаю, что про него сказать. Но чем Ольгольд был лучше, он был же чисто полочки без вот этих стоек. Он тем и завоевывал сердца покупателей. А тут он что-то весь вот такой квадратный. В общем, не знаю, нам надо его разбирать полностью от и до, смотреть по нему информацию, смотреть, есть, нет в Европе, пока мы вам только показываем, да, Дим, что вот он, вот такая штука появилась. Получается, смотри, вот по модульно, вот так вот покажи, вот эта вот секция стоит 13 348, ну, грубо говоря. Одна секция. Да, вот, вот. Я вот понял. Сверху донизу, с учетом вот этих выдвижных ящиков. То есть почти 14 тысяч. А у нас Ольгольд вышел? 7 тысяч. Ну, вот видишь. Дальше, вот смотри, вот такая комбинация. Вот сверху 2,41 высота донизу. То есть получается штанга под одежду, 1 полка, 2 полка, 3 полки, 9600. Вот эта вот часть. Как-то видно? Угу. Так, вот это вот значит 9600. 80 сантиметров. Вот такая 13 368. Получается шкафчик, штанга, полка, 2 полки для обуви, ну и как бы внизу под что-то полка. Вот такая комбинация, 11 550. Ящик, 3 полки, 4 и 3 корзины. Так, градация получается то же самое, 60, 80. Но это Обхус. Я понимаю, но у Ольгота так же было? У Ольгота так же было. Мне вообще кажется, когда у нас Обхус в России появился, просто не все элементы у нас были представлены. Вот и все. И, кстати, в брошюрах по Обхусу вот этих частей нету. Но я думаю, мы все разузнаем, да? И снимем как вообще отдельным обзором. И возможно ли его использовать на балконах? Это людей очень, кстати, будет интересовать. Я очень сомневаюсь, если только без... Ну, как минимум, понимаешь, есть уже металлические направляющие. Может, что-то металлическое придумают, перфорированное? Обхус, открытый стеллаж, панель, съемная полка, сталь, эпоксидное порошковое покрытие, сатовидный бумажный наполнитель. То есть в полках бумага. Понятно. Как это на балконе будет? Так, это не новинка. А, и вот еще, смотри, новинка. Раздвижные хасвики. Бежевые нет. Мы давно вообще в паксы не заходили. Подбеленый дуб. Размер 150 на 2,36, 10 тысяч. 2 на 2,36, 12. На 2,01 таких дверей нет. Ну это то же самое, что Вольда, что Форсан, только вот безрамные. Нично. А у комплимента меняется наполнение. Имейте это в виду, дороже. Значит, выдвижные полки. Теперь вместо пластикового разделителя вот такие фетровые. По деньгам они подешевле, сами полки стали дороже. И вовнутрь предлагается купить отдельно вот такой коврик в точечку. В принципе, хотите покупайте, хотите нет. Ну, видите, да, то ли пластик был, ну, сейчас фетр. Как бы, кому что нравится. Клиентку у нас одна взяла, собрала, вроде как довольна. Брючницы, ребят, теперь будут вот такие. Не до очень. На 50-ку теперь только 4 пары брюк можно повесить. Да что? И стоить она стала дороже в половину точно. Дальше, сейчас я тебя вообще убью, как человека, который собирает паксы. Ну, давай. Здравствуйте. Вешалка для 35-х паксов. Вот она. Все. Вместо 600 рублей стоила, стоит 1200. Но, с одной стороны, скажу, плюс. Ну, какой? Ладно, дороже. Вот этот, ну, в два раза дороже. Вот эта часть. Угу. Это плюс. Почему? Потому что, когда была она, вот эта выдвижная часть. Только из палочек? Из палочек выдвижная, она очень сильно загибалась. Да, под весом одежды? Да, вниз. Да. А здесь, получается, ее усилили. Не выдерживало крепление. Ну, в общем, вот теперь вот такая. Тут сейчас уже, ну, можно уже грузить.
Так, это мы вам показывали. Ну, в принципе, такого навья-то больше во всех цветах. Так, конечно, он стал не так сильно эстетически красивый, но стал... Ну, не знаю, брючница мне вообще вот, блин. Кому нужны вот такие нейтральные постельки? Клеймик называется, двухсторонняя. Дим, как-то можно показать? С одной стороны вот такие красивые точечки, а с другой стороны... Вот такой цвет. Можно и мальчику, и девочке, в принципе, использовать. Всего 300 рублей. Так что, если у вас в ближайшее время, да, у кого-то родины, вполне можно порадовать человека. Дальше. Новые трешечки появились. Это когда постелька из трех элементов состоит. Стоит 999 рублей. Риоранде. Давай покажем. Это грудничковое все. Китай. Китайка. И бог с ним. У них, говорят, коронавирус есть. Нам не страшно, мы ему на бокс пьем с сибирского. Он поможет? Вообще-то да. Ты посмотри, у ребенка в школе переболели все не коронавирусом, по разу. Коронавирусом, да? Нет, а вообще просто часто, простуды, да? Не по разу, а мы все живы-здоровы. Значит, давай показывать. Кстати, не Кипина белый. Давайте-ка поумним чем немножко. Кипина. Мандаринки, апельсинки. А здесь получается... Крокодилы, машинки, черепахи. Ну, в принципе, такой веселенький комплектик, интересный. Так, что-то я еще новенькое нахожу. А, вот что я находила. Вернулись, дорогие мои, спальные мешочки. Просто у нас, когда Алена родилась, я не успела поймать, и для меня страдание было. Так, это значит до 6 месяцев, ну, примерно до роста 68-74. А артикул. Вот артикул? Сейчас, где бы тебе его найти-то? 404-401-63. 900 рублей стоит. Он и... посимпатичный. Какой? Вот голубенький. Блин. В общем, здесь вот, ну как вот показать, там ягодки. Здесь все на замочке. Все спрятано, все закрыто. Все. Бежим. 1200. Нас преследуют. А чехлы новые на пеленальные подстилки отдельно теперь стали продаваться. Вот такой вот беленький есть. Дим, ну там не видно, вообще ничего не видно. Вот такой вот беленький, не знаю в кого. Артикуль. 104-447-80. Угу. И вот такой с голубой каемочкой, тоже с зайками. 904-453-56. Новый мобиль появился, клапа, 499 рублей, артикул 903, 726, 18. Смотрите, какая красотень. Здесь у нас... Почти космос. Космос, почти планета, луна, помидор. Ну, прикольный. Помнишь, ты, Надя... Это Марс, двоечница ты моя. Нет, это помидор. Помнишь, ты, Надя, на люстру привязал этот мобиль, чтобы она лежала посреди большой кровати, а тебе, ленивому молодому папе, можно было поиграть. Ну да. Так, давай полок покажем. Смотрите, какая красотища появилась. Очень нежно. Кто хочет, мне кажется, покупать надо сейчас. Не думаю, что это будет долго в продаже. Всего 549 рублей. Полок Леон. Вот такой уголок. Тим, ты где? Я там. Развернется пусть? Да. Название артикул. Леон полок. 404-649-03. Я думаю, мы сейчас в ближайшее время детские грудничковые кроватки снимем. Новое полотенце. Риоранде. 80 на 80 в полоску, зеленый. Ну, до полугода где-то. Дальше маленький, потому что чепец мелкий не завернуть. Хотя, если просто накинуть и на плечики, то можно и на побольше. 600 рублей. В принципе, киевские полотенчики мне нравятся, как эксплуатируются. У нас до сих пор живет. И вот такой вот рюдхаке с капюшоном. Уже побольше. Но он по-другому расположен, не квадратом, а прямоугольником. Смотрите, то есть капюшон и боковушки вот здесь. Так, сейчас покажем фартуки детские. Это летняя коллекция. Silver Opel. Прям полноценный фартучек, как взрослый.
два вида липучек, то есть по глубине вы можете регулировать. Хлопковый фартук. Ну вот, Аленка, 1,20 м, нам такого размера фартук до сих пор нормально. И вот такой еще фартук. Не развернуть его, все попришибали. Ну, обычной формы икеевской, часто распродают такие. Ну, та же серия, да? Та же серия, да. Тоже Сильвер Опел с фламингами. Это те фламинги, по которым я в Турции страдала, когда их к нам привезут. Привезли, дождалась. Ну, в принципе, наверное, в детском отделе все. Икея решила завалить нас зеленым цветом. Даже Калакс есть зеленый, причем, смотрите, 5000. Странно очень, да, для лимитки. Для лимитированного цвета обычно это 8-9 тысяч, а здесь цена такая же, как у белого. Но есть у меня такие скромные подозрения, а я сейчас найду сантиметровую ленточку и проверю. Что-то хотела Татьяна нас напугать чем-то, нет, не получилось. Не получилось. Ладно, в общем, Калакс бело-зеленый, получается, основной он зеленый с белыми прожилками, 5 тысяч. Ну, в принципе, ценник адекватный, кто хочет какую-то лимитку цветную взять. Потому что вот, допустим, Калакс серый под дерево 8 тысяч. Обычно цена лимиток всегда в районе 8. Но это не новинка. Я понял. Просто для сравнения. Ребята, у Труфаста появился новый цвет. Я считаю, что очень интересные. Но, во-первых, да, всегда есть возможность разнообразить. Вот такой зеленый во всех размерах. Вот такой прям ярко-оранжевый, насыщенный стал был. Ну, немножко другого оттенка, да, Дим, был оранжевый цвет? Ну, да. Вот такой мне очень понравился. То есть это когда Труфаст у вас из детской перерастает в более подростковую комнату. Очень красивый благородный цвет. Миксовать с белым получится неплохо. Вот такие контейнеры новые. Цены, кстати, точно такие же, как у всех других цветов. Ну, какая цена? Какая цена? Большие по 249. Вот эти, вот, которые перед тобой лежит, 149 рублей. Новая серия посуды Хемлагард. Сейчас посмотрим, кто производитель на коробке. Можно купить штучно, можно купить набором. Набор из 6 предметов. 4600. То есть это вот такая большая кастрюлька. Сейчас скажу, на сколько литров. Кстати, никто нигде этого не написал. А, все же странно, да? Объем кастрюль нигде не указан. Но вот визуально, что это 3. 3-5 литров? Нет, здесь вот, я думаю, трех, а здесь пятерка, да, скорее всего? Да. Ну, не десятка точно. Давай разбирать. Народ разбежался. А, вот указано. 5 литров, 3 литра, ковшик на литр, сковородка 28 сантиметров. Значит, все виды варочных поверхностей мыть только вручную. Где сделано сие счастье? В Китае. Кстати, мне синий понравился. Смотри, какой цвет интересный. Давай на примере кастрюли разберем. Здесь нормально по цвету? Да, нормально. По цвету. Так, у крышки получается стопорок. Чтобы ее снять, нужно обязательно доехать. Давай посмотрим. Еще раз. Только. Внутренняя поверхность. Тефлон Селект. Личный путь. Ну, мне кажется, вот это быстро пообдирается, да? Ничего не скажу. Вообще, ну, навяк-навяк. Слушайте, а может быть, у кого-то уже есть, кто-то уже успел цап-царап? Кто успел, расскажите. Так, дальше. Вот такой ковшик. Вот такая сковорода. Обязательно вот это напыление белое, а? Как ты думаешь? Ну, или я так, думаю, для эстетики? Это эстетика, чтобы бассейн было. И маленькая трехлитровая кастрюлька. Пойдем покажем, Хемлагард есть еще отдельно. Значит, ковшик с крышкой 2 литра. Ну, за эти же деньги шонка продается. Ну, очень похож, кстати, на шонку, да? Да. Даже крышка похожа. Дим, твои любимые неубегаемые крышки, когда сюда выходят через дырочки, остается все на поверхности. То есть чтобы за пределы ушло, но это надо совсем про него забыть. Забыть и забить. Значит, кастрюля на 3 литра 1300 и кастрюля на 5 литров 1600. А вот эта шенка. Уж не выводит ли нас шенку из ассортимента? Найди 5 отличий. Кстати, шенка же выходит из ассортимента. На сотейнике стоит, что он выходит из ассортимента. Потому что разницы вот я не вижу, кроме цвета.
Не легче, не тяжелее, нет? Одинаково. А смысл? Любимое занятие Икеи – вывести новое, вывести одно, завести другое с таким же названием. И литровый ковшик, точно такой же, какой есть в комплекте, стоит 699 рублей. Это кастрюльки. Сковородка, пойдем поищем фемалагат. Уже потихоньку начинает приходить лето. Бутылки Коркин с рисунком, литр, 179 рублей. Не отличается ничем от обычного Коркина, кроме того, что здесь на 30 рублей дороже нанесен рисунок. Дальше вот такие вот прихватки из этой же серии. Сильверопел. Что-то бомбить на артикул. Забей немножко. Две штуки. 200 рублей. Классические прихватки, останавливаться на них нет смысла, из года в год одно и то же, отличаются только цветом. Дальше, полотенца из этой же линейки, 300 рублей, артикул 904-541-19. Да и да, что ж так раскричался. Вот, смотри. А мне тут понятно. Фламинги. Угу. А здесь листья. Короче, коллекция появилась с фламингами. Вся. Контейнеры Самардак. В прошлом году был набор под названием Самар из 3 штук. Вот подрос. За 350 рублей. Спрос был классный. И очень быстро их распродали. Потом народ страдал. В этом году выпустили сразу из 5. Значит, разгон по объемам. Я сразу так пикник вспомнил, самый большой шашлычочек. Сюда шашлычочек. Ну, да, так, шашлычочек свинячий, баранячий. Салатик, зеленушка, соус. Сейчас поехали. Да рано еще. Значит, объем мисок самый маленький. Дим, показывай по цветам. Желтая миска объемом 0,08. Бледно-голубая 1,3. Такая красивая, бирюзово-синяя 2,2. Коралловая 3,2 и большая 4,7 литра. Каждая с крышечкой. Кстати, вполне так плотненько. Ну, я тебе говорю, прям на пекинчочек, прям сам то. И главное, потом это, свинарника немного. А вот, ну, и когда ты накушался, это все складывается. И отдарить жене мой, да? Не, ну, уносить приятно. Ну, конечно. И кругленькие есть, и квадратненькие есть. Давай. Круглым икеевским крышкам и квадратным появились уплотнительные резиночки. Но это когда, наверное, ваша совсем, да, в негодность пришла, либо там затухла. Можно или поменять. Просто хочется поменять. Или просто хочется поменять. Набор из 4 штук 300 рублей. А большие аж 320. Так, пойдем, новые пакетики. Значит, для любителей пакетов Истат, которые пользуются только одним размером, им совершенно не нужен другой, Икея сделали доброе дело, я считаю. Да, Дим? Скорее литрушка. Всего. 25 штук, 79 рублей всего во фламингах. 2,5 литра в зеленушках. 139 рублей 25 штук. Когда вам не надо много, когда человек говорит, ну мне не надо столько, я не пользуюсь. Поэтому оптимальный вариант, когда нужно немножко пакетик. Дима сейчас про пикничок, а я сумочку для пикничка нашла. Смотри, какая классная сумка-холодильник. 1000 рублей. Давай покажем ее поближе. Ну тоже, да, в этой же стилистике, во фламинговой. Ну да, ты будешь это как бы королева пикника в таком. Сюда можно всевозможные штуки. Ну, две миски больших. Ну, миски 4 сюда уместятся из того набора. 5 не влезет. А может и влезет. А может и влезет бочком, если, например. А и смотрите, охлаждающие элементы теперь уже у Икеи стали в виде крышек. То есть вы можете на икеевский контейнер. Ну вот сейчас на примере круглого покажу. То есть вот такой вот круглый элемент стоит 199 рублей. Это охлаждающий элемент. Вы его можете заморозить, положить сюда. И при этом можете использовать как крышку. Здесь есть регулировка объема. Ну, удобная штучка, да, Дим? Да. Функциональнее, чем... когда одно и когда нужно какое-то блюдо в холодном виде привезти. Мы про них вам уже рассказывали, поэтому это уже не новинка, а именно док вот сюда.
Так, пойдем, термосы новые есть. Бехофт появился в новом розовом цвете. Вот он, старый цвет. Кстати, ребята, где у нас... Я сейчас вам покажу, вот на этом термосе одна наша клиентка, у нее возникли вопросы при открытии крышки вот этого термоса. Я даже знаю, у кого и когда. Ребят, даже поначалу я сам не понял, как это открывается, но вот инструкции ничего нету. Вот смотрите. Крутим крышечку до упора. Якобы дальше уже она не идет. Держи вниз. Вниз держите. И продолжаем дальше крутить до тех пор, пока она сама не отлетит. И также мы ее обратно насаживаем. И за... Давай, я попробую. Фокус не удался. Так, металлический, какого бы этого термоса? Да, и закручиваем. Ирина в тебя этим термосом не кинула? Нет, мы... Ну, поначалу... Мы в конце ее победили. Да? Я тоже сначала не понял, как это все это. Ну, плотненькая такая-то. Просто на будущее клиентам, вот, чтобы как виду, бы... что просто так не открышь. А IKEA, рисуйте инструкцию. Ну да, кстати, надо бы. Пойдем в миски в красивые. Линейка спрая пополнилась двумя товарищами. Единственный минус сразу для себя отметила. Никипина белый. Такой вот. Еще это раз, ну-ка. Кипина. Не кипельно нельзя говорить. Кипина белый правильно говорить. Все, продолжай. 349 рублей сахарница. Ну, какая-то маленькая сахарница, да, Дим? И для тебя, которая не любит. И 449 рублей масленка. А и для тебя. Для масла не ем. Кстати, тяжеленькая такая. Продают все это дело в коробочках. Поэтому, в принципе, вполне можно использовать как для подарка. Остается только запаковать. А значит, масленка 604-743-78 и сахарница 404-734-79. Но они уже на сайте появились. А дальше вот такие вот сервировочные подставки. Фикс прайс, привет! 49 рублей. Ну реально еще и фикс прайс, да, Димуля Шана? Тоненькие. Вот такие вот красивые миски. Листики. Лист монстера. Салфетки уже давно возим. Монстера зеленый. Тарелка. 500 рублей. Красиво. Да. Изящненько. Могу. Летом на веранде. Не работает. И вот такое блюдо. 800 рублей. 34 сантиметра. Еще краше, да? Я. Ой, все. Сейчас душу себе расстраиваем. Скажу, что мы работать больше не будем. Новинку выпустили, уже в сейл пустили. Короче, это подставка для хот-догов, для сосисонов. Тут даже нарисовано. Когда вы много-много сосисонов трескаете, чтобы у вас... Я не знаю вообще, зачем честно это выпустили. Чтобы они не убежали? Да. Мне суть этой новинки непонятна. Поэтому, ну, почему? Наверное... Ну, у каждого предмета есть свой покупатель. Покупатель. Ну, наверное, поэтому и сразу... Ее просто раза... так не сделают. Значит, есть спрос. На такую штучку? Да. Невеликий, но есть. А почему тогда сразу в сейл пустили буквально через 2 недели после выхода? Поэтому невеликий спрос. Поэтому пустили в сейл. У нас в России, может быть, оно... И никто не любит эту и штуку. Не а вот в Америке или других европейских странах, может, она популярна. Ну, тут я с тобой, кстати, согласна. И закинули на пробу там сюда, да, в России. Ой, смотри, какие классные появились мисочки. Кстати, по 129 рублей можно купить, да, если там для какого-нибудь детского праздника разложите все это дело. Ну да. Вот такие мисочки. Кейсерлик, 10 сантиметров, разные цвета. Вот потом они. Потом мы что-то опять на этикетку забили. Давай. Нет, вот они, мисочки. Я название покажу. Вот они. Угу. Вот такая. Вот такая в пупырку и в клеточку. И из этой же серии две тарелочки десертные, тоже набором, 18 сантиметров, 299 рублей. Чувствую, обзор у нас на 3 часа будет. Могу перестать говорить? Нет, что-то мы медленно идем так. А, тарелки, помнишь, их показывали мы в Турции? Да.
тальрика. Но вот эти, кстати, в Турции не было. В Турции были вот эти и кружки были, а здесь появились уже, ну, дальше дошли. Здесь специальный пластик, сделан они в Тайване, здесь полилактит. Кому интересно, загуглите, что это такое. Не буду сейчас лекцию читать, иначе у нас просто обзор километровый будет. Донус и так уже не меньше будет. 1200, 4 сантиметра глубокие тарелки и 800 рублей, 4 штучки, 19 сантиметров тарелки. Ой, смотри, лето. Ничего не напоминает? Что-то прошлый год, позапрошлый год. А, значит, линейка Самар к нам вернулась с названием Утёфёст. Утифест, кому как удобнее. 1-2, 6 мисок, 6 стаканов. Вот так он называется. И 6 тарелок. 249 рублей. И, кстати, еще фужеры точно есть, потому что мы их уже даже привозили. Все. Фужеры, стаканы, тарелки, миски. Нет, не вижу, только ложек, вилок. Угу. Ну, может, еще привезут. Угу. Кёсерлик показывали, помнишь, вот сейчас только что мисочки? Есть кружечки. Набор тоже 299 рублей в цвет тарелок. Две кружки. Объем 300 миллилитров, 30 сл. Вот такая вот кружка очень мне понравилась. Я хочу такую кружку. Годелик 370 миллилитров, прям под старину, да, такая? Так, это все уже не новинки. Это все 10 раз казано-переказано. Третий обзор уже не пойдем, спать пойдем, да? А какой третий-то? Детские кроватки. Ага. Не хватит? Друзья, Ундерлик салфетки давно в ассортименте, но обратите внимание, что полностью сменилось плетение, но стало другое, более мелкое. То есть те, кто хочет, например, обновить, у вас есть три салфетки, надо четвертая, она будет другая. Потому что у нас недавно клиент попал в такую ситуацию, долго возмущался, почему салфетки не такие, какие он ждал. Так, скатерти новые. Кстати, блин, опять их не распаковали. Самарлив скатерть. Ну-ка, что раз доставать, да я покажу. Вот. Даже полной картинки нет, не висят. А та-та отдела посуды. Хлопок 45 на 45, 699 рублей. Вот эта скатерть мне понравилась, очень хочу посмотреть ее в развернутом виде, но нету. И вот такая вот тоже Самарлив. 145 на аж 3,20. 1500. Дальше Самарлив. Ну вот здесь, судя по всему, должны быть спрятаны фламинго. Жалко, нет картинки. 145 на 2,40. Наверное, как полотенце будут, да? Точно такая же. Возможно. 1200. Самарлив. Теперь Самар так называется. Желтый в оранжевую полоску. 20 на 28. Очень напоминает советский цвет матраса. Ну, классический киевский поднос. Бабочек мы уже показывали. На них, кстати, скидка 100 рублей в этом месяце. И Самарлив вот такой. Вот, наверное, скатерть вот с таким будет. Не с фламингами, а вот с таким вкраплением, потому что рисунок похож. 33 на 33. Все подносы делают блатья-болгалы. Давай, не буду ходить. Давай. Вот этих друганов я заприметила еще в Турции. Набор из 4 штук. Объем 460 миллилитров, Самарлив птица. 400 рублей, то есть 100 рублей стакан получается. Почему-то в Турции в октябре это было уже. Для холодных напитков. Для холодных напитков. Правильно, не для горячих. Фужеры Утифест, о чем говорила, что есть еще и фужеры. Значит, объем 290 миллилитров. 6 штук. Два розы. Хорошо подойдет под пивко. Под пивко. Все. На природе под шашлычок. У Димы уже лето настало. Я просто и так солнышко тепло светило. Так, Коркин, маленькая бутылочка на 0,5. Вот они. Большую мы вам показали с листиками. Не гребите посудой, девушка. Не буду. 150 рублей за рисуночек. Так, сейчас окинем пытливым взглядом. О, я еще одну новинку нашла. У Димы выражение лица при слове «я нашла еще одну новинку» начинает так это. В сторону уходить. Купишь, может? На 3 литра. Он поменьше литражом, я так чувствую. Да, на 3 литра, смотри. Колосфист. Купишь себе? Для кого? Не знаю. Для компотика летом. Но кран, зараза.
Поход пластиковый. Угу. Тонкий. Вот так морсику, да? Холодненького, да? На верандочку так, летом, в тенечек. Мне кран не нравится. Кран тонкий. Сам. Поэтому вот этот... Кран, ребята, весь из пластика. Лучше. Это железный. Да, здесь железный, блин. И разница не всего в 500 рублей, да? Да. В общем, вот этот товарищ появился. Ну, вот так. Он нам не нужен. Он нам не друг. Самарлив. У меня уже от фламинго глаз дергается. Как тот раз мы снимали обзор по новинкам. Было все от зеленого, у нас глаза рябилось. Да, теперь все во фламингах. 99 рублей, пачка салфеток. 33 на 33, 30 штук. Но мне кажется, будет перебор, если стаканчики фламинго, скатерть фламинго, полотенце фламинго, еще и салфетки фламинго. Малинда, подушки. Зеленый цвет. Ну, он такой ненасыщенно зеленый. Светленький. Я малинду люблю. Это единственная подушка, которая нормально себя ведет и хорошо эксплуатируется. Ну, по крайней мере, и цена у меня не космическая, в отличие от других. Пойдем. Очень много чехлов на подушке новых. Смолстека. 399 рублей. 40 на 65, Дим. Неудобно. Давайте с этой стороны. Давай попробую. Вот такой хлопковый чехольчик. Кстати, на нем даже можно и поваляться. В принципе, киевские чехлы все допускают подрыхнуть на них. Дальше. А что такое слово подрых? Подрых, поспал. Понял. Гримхилд. 50 на 50, 299 рублей, хлопок. Вот он. Давай вот так лучше сумочку покажу. Лежать. Ой, какая яркая, активная новинка за 300 рублей. Вот он. Смотри, тут даже попугай. Даже не вытаскивал, что я так покажу. Потому что прям это, разрыв глаза, да, на камере? Нет, просто мы полностью не сможем ее вытащить. А тут вроде полная картинка. Вот, и вот она. Ну, хоть уголок-то покажи. Только могу структуру, ребят. Не более. Ого! Чехол на подушку «Ботаник», ручная работа. Вышивальная нить, джут и хлопок. И о, смотри, как красиво! Ну, это не стыдный подарок, кстати. Ну да, кстати, это вот уже прям, вот кто любит такие вещи. 1300. Да, он и стоит. Ну, большой, 65 на 65. Здесь получается, смотри, она двухсторонняя, что ли? Вышивка-то разная. Здесь другая вышивка, Дим. Они разные, Дим. Они все по 1300. Вот здесь тоненькая вышивка. Здесь веревочкой, а здесь бежевой веревочкой. Ну, то это, ребята, исключительно интерьерные вещи. На ней лежать некомфортно. Ой, он колючий. Ну, а что ты хочешь? Ну, джут. Мешок. Так, это показывали. Вот это не показывали. О, смотри, гурли какой красивый появился, светло-сиреневый. Кстати, по гурли давно все страдали. Вот. И следующее. Кларафина. С кистями. Веселая дама, да? Да. Кисть разноцветная. А, розовые, желтые, зеленые. С одной стороны серая, с другой розовая. 800 рублей. Самар 2019. Подушка двухсторонняя. С одной стороны полосатый розовый матрас, а с другой стороны желтые, зеленые пальмы. 250 рублей. Смолстекра. Еще один цвет, тоже 40 на 65. Мы там показывали больше синенькое, да, серенькое. Здесь больше неудобно. Вот они хотя бы у нас это двигались чутка. Даже не выдернешь, не покажешь. Ну вот оно, в принципе. Вот так бы на нее даже внимания не обратила. Здесь она поинтереснее. Штором подушки Санелло. Санелло. Оливковая Санелло. Два размера. Большой и маленький. Так, это показывали, когда зелень султанскую снимали. О, тоже веселый товарищ. Четыре помпона. 1000 рублей. Моакайса. Тоже ручная работа. С одной стороны розовый просто гладкий, а с другой вот такой вот серо-зеленый с вышивкой. Поднырнешь как-то вот.
Понятно. Так, дальше Самар. Прям советское ретро, да? Это не советское. Это европейское. Это гавайское. Гавай... Да. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Алоха там, по-моему, привет-то. Сама-то алоха. О, как. Давай. Алоха-то моя. Смотри, гуль кока появилась нового цвета. Красивый, мятный. Я просто люблю мятный цвет. Кстати, гуль кока хорошо эксплуатируется, да, Дим? Да. Ни затяжек, никаких штук. В общем, это классно. Пойдем в пледы. Пойдем. От Хильд плед. Они в разных цветах появились в прошлом году. Появился еще новый зеленый цвет. Кстати, люди одобрили прошлым летом как подстилочку на пляжик. Ну, удобно, что потом свернуть можно. А так все равно что-то требует, потому что он тонковатый и не цепляется. Колючки не прилипаются к нему? Вот, колючки хорошо цепляются, поэтому его надо начет еще стелить. Потому что мы в Крыму один плед запороли. Детский, флисовый, выкинули. Да. Не расскажу, я жадная. Да давай. Виндром, ребят, новые ковры появились. Дим, покажи вот покрупнее. Классно, да? Мусор из него выгребать. Так, значит, 170 на 2,30 9 тысяч. И вот такой же зеленый, 133 на 180 7 тысяч. Тоже красивый. Здесь получается темно-зеленый такой. Ну, больше всего на травку похож. Прямо. Да, вот ты... это как бы на щебенку. На камень. Ну да, что-то каменное. Это... Что это? На что это может похоже? Не знаю, классно. Ворс длинный, классно. Больше ничего сказать не могу. Но на самом деле виндрум хорошо себя показал в эксплуатации, нареканий по нему нет. Ворс, ребят, адекватный. То есть, когда мы ходим, он приминается, но потом спокойно восстанавливается. Ну, на толстая косичка. Да. Вот большой виндрум, покажи взять тебя. На нем спать можно, да? Не согласен, Дима, спать на коврике. Новый коврик Бредеват 75 на 150. Значит, он у нас хлопковый, друзья мои. Может дать усадку, очень мягенький. Прям вот на кухню куда-нибудь постелить одно удовольствие. Под ножки, где холодный пол. Смотрите, вот в таком виде, кстати, кто пользуется Почтой России, хочу вас огорчить, это будет нельзя. Правда? А если пополам попробуйте? Тебе немножко. Никто не будет вот так делать. У Икеи есть размер. Могут. Вряд ли. А, ну, если автоматика сработает, то, автоматика, да. Там же по размеру идет. Вот, коврик неплохой, из плюсов то, что можно в стиралку затолкать, и ценник вполне адекватный. Цвет классный. Бредеват есть еще в таком в зеленом цвете, тоже зигзагами. Но зигзаги на зеленом цвете заметны не так. А так все то же самое, комфортное полотенчико. Пойдем. Я специально сказала полотенчико. Коврик для мышки. Для киски, для ног это коврик. Да какие-то ноги должны быть. Две больших ноги. Это преддверный коврик называется, Дим. 40 на 60. Попробуй промахнись. 99 рублей. Тоже можно стирать стиралки про резиненное основание. Да нет, это коврик для мыши, что ты? Нет, Дима, это коврик преддверный. Да смех какой-то. Я его куплю и будешь разуваться на таком. Не, ребят. Ну вот, такого же размера коврики у нас в офисе лежали. Ну такой-то упрут. Ну и вот такой же, ну вот, он один в один. Где же его, ни один не уперли. Ну такой-то нет. Это серенький, некрасивый. А, это красивый, как ковер восточный. Ближайший сосед же заберет, на стену повесит. Я думаю, все уже поняли, что летняя коллекция обозначена зеленью и пальмами в этом году. Преддверный коврик Самар 2020. 399 рублей. Обычный, икеевский, ужасно сыплющийся из волокна кокосовой пальмы коврик. А вот леопард? То же самое, они все... Вот. Тань, ну единственное, что радует, хотя бы рисунок появился. Ну да. А то они были обычного цвета. И черные полоски они, по-моему, были. Да. Со следочками были всякие. Ну сейчас хоть повеселее. Опять же, на вкус и цвет фломастера разные, кому-то это нравится. Кстати, вы в курсе, что тапочки теперь Икея продает только в магазине? Их нельзя купить ни через отдел B2B, ни через платный набор. Только на кассе руками. По-другому тапки не купить. Да ладно. Да, потому что система появилась этих, не чипов. А о чем я тебе все страдала, что сначала на обувь, потом на постель, кодов индивидуальных. Угу.
тапки. Это же обувь. Понятно. Водоотталкивающие на матрасники Гёкет вышли из ассортимента полностью. Теперь груз Нарф. По тому, что пока их еще не повесили. Иди сюда, мы только так показать можем. То есть здесь тоже махрушка, но, по-моему, даже на чуть подлиннее, да, чем у Гёкерта? Не смогу показать. Не сможешь? Да, в тенек этих, может. И здесь такая, как сеточка. Ну, в общем, ребят, ждем, как только разложат, сможем показать. Ну, плюс один в карму Икеи, могу сказать, что они начали вот это цветом делать. Различие подушек на матрасников. Тебе теперь выдавать проще, да? Да не в этом даже, и покупатель сам легче выбирает это. Раньше все это было однотонное, монотонное. Не выключай камеру. Смотри, какая Индира красивая появилась. Мы какой же час? Третий час уже снимаем. Шел третий час блуждания по Икее. Я чувствую, наверное, месяца два точно новинок не будет. Так, покрывало Индира, цвет новый, классный, красивый, бирюзовый, размеры те же, цены те же, просто добавили новый цвет. Имейте в виду, как бы, как обычная лимитка может выйти быстро из ассортимента. Я бирюза. Но грызется собаками и детьми он. Нашла с кем сравнить. Но у нас Вита с Аленой росли одновременно, и обе грызли это покрывало. Кому кто пример приводил? А? Кто кому привет пример приводил? Не знаю. Собака Аленка или Аленка собака? Друзья, очень-очень много появилось одеял. Я думаю, Дима, наверное, снимем отдельный обзор, да, по ним? Хотя и мы снимали практически недавно. Вот совсем недавно снимали, но уже прям много в отделе появилось. Вот остановилась возле первого попавшегося буквально. Во-первых, понравилась упаковка. Смотрите, когда одеяло, да? Вы не пользуетесь, вы можете не выбрасывать упаковку, а в эту сумку же его и сложить. Опять же, повторюсь, плюс один карма Икея. Наконец-то она хоть что-то как-то изменила. Потихоньку убирает пластиковую упаковку в таком вот текстильном чехле. Одеяло, значит, пойдем покажем поближе. Одеяло синтетика, ткань, верх хлопок, наполнитель, пол и полиэстерное волокно. Полностью из переработанного материала. Вообще вот по ощущениям как будто пух там, но на самом деле это синтетика. Мягкая, хлопковая. Чуть-чуть шуршит. 3000 стоит легкое одеяло 150 на 2. Ну, извините, вот это вот чехол теперь тоже будет стоить денег. Ну, это вот в один грузблат. Вот и по ощущениям, поэтому, я думаю, заменили по принципу чехлов у этих наматрасников, сделали то же самое, только с другими названиями новые. Поэтому снимем отдельно, все расскажем. Ой, еще сумочка. В общем, те, которые подороже, с сумочками. Но мне нравится. Тебе сумочка понравилась? Да. Грасиос. Вот здесь понятнее, потому что опять у нас висит так, что спрятан рисунок не найти. Угу. Поближе, Дим? Да. Одна спалка 1300. Так, эти все показывали. Вот это не показывали. Тоже Грасиос. Тоже одна спалка. Да, давай, потому что тут. Так, ты пока картиночку, а я составчик посмотрю. Хлопок или оцел? Ну, понятно, ценник не может за один хлопок быть такой. Классный по ощущениям. И цвет всегда такие яркие. Прямо лето захотелось. Скок фибла 1800, двухспалка. Турция, кстати. Вот она. В попугаях. Дим, покажешь по ткани? Не контрастная. Непонятно. Притуманенный цвет. В пастель уходящий. Да. Так, Грасиос есть и в другом цвете, но, к сожалению, уже нет упаковки, поэтому показать можем только вот так. Ой, дваллновый цвет появился. Сейчас покажем. Просто дваллновый. Так, это все показывали. Это, ну, давай лучше отдельным обзором, Татьяна Павловна. Давай, пойдем наволочки еще покажу. Давно мы никак его не снимали.
просили подписчики, я потом еще сторис в Инстаграм снимаю, побегаю. Два светло-зеленый, новый цвет. Ну как-то жестковатый. Турция, кстати. Кстати, два алтурецкая стала. А голубая? Пакистан. Поэтому, возможно, и плотность нити разная. Так, с постели все, пойдем в ванну. Стеллаж Вескин точно такой же, как и белый, появился, друзья, в черном цвете. Стоит те же 800 рублей. Артикул 304-508-12. Ничего не изменилось. Добавили новый цвет. Вот о чем я тебе говорила. Вот бамбук, да? Ну, блин. Ну, так-то да. Сколько на гардероб материала ушло, да? Коврики для ванны М10. Появилось два новых цвета. Розовый и коричневый. Коврик достойный. Очень классно эксплуатируется. Поэтому, если вы видите его по скидке, сейчас бежевый, например, на него скидка 150 рублей, не жалко. Он прорезиненный, классно стирается, не ездит. И по ворсу хорошо, легко восстанавливается. Меня вчера подписчик в Инстаграме спрашивает, как ты терпишь ходить со мной по Икее? Работа такая. Работа такая. Мяу! Экольно. Появилась в новом цвете, в таком в ярко-розовом. Помните, была пудрово-розовая, нежно-салатовая? Теперь оттенки решили сделать другими. Рабочая лампа светодиодная, Невлинге, 1500. Гнется классно. Так как, в принципе, мне хочется. Смотри, даже вот. Да? Ну, всякие ситуации бывают. Это как должна жить, тебя так загнуть? Что тебе лампу-то так надо, да? Да. Цвета черный и белый. Ну, соответственно, светодиод. Дим, а светодиод можно поменять? Во-первых, надо знать, какой светодиод. Прежде чем залазить. Если ты знаешь, то, в принципе, поменяешь. Но, опять же, при мелких ручках. Давай, ломай. Но она же откручивается. Логично. Только сейчас тебя провод встретит. А почему нельзя было сказать сразу? Думаю, сама догадаешься. Нет. Тумблер. На проводе. Все. А вот еще новые лампы. Хорте. Ну, они не новые, конечно. Они давно уже продаются, просто цвет новый. Такой охра приятная. Стульчики такого цвета есть. Я небольшой намек. Забавно наблюдать, как Икея изменяется. После наших после обзоров. Ну, мы будем думать, что это причина у нас. Значит, Сольвиден. Каждый год их выпускают, но в этом году решили что-то их более прям активными сделать. Вот такой вот яркий. Потом вот такой вот. Я даже не знаю, как его показать. А, вот, Дим, смотри, ты же сверху не залезешь. Вот такой формы. 1000 рублей. Кстати, очень довольны клиенты этими светильниками. Поэтому, если вдруг вы где-то как-то увидите их по акциям, берите, не думайте. 1300 вот такой формы. Он вон наверху, но в него же не запрыгнешь. Дороговато все равно. Я поэтому говорю, брать по акциям. Вот такие шарики по 700 рублей. Это получается диаметр 12 сантиметров. И есть еще мальки. Слушай, 20. А мы вот гирлянду яблочки покупали. Не дороже были, да? Да. А где они? Ну, в деревне они. Да? Которые вдоль забора, а от яблоки поснимал? Да. Так, в общем, вот такие еще тканевые есть поменьше диаметром по 600 рублей, оранжевые и розовые. И пойдем покажем, там вот тюльпанчики появились. Началось. Красота, страшная сила. А, ну да, у нас же с яблочками, с такими же, да? Только у нас, да, с яблочками. Ну, яблочки у нас были пластмассовые полностью. А это тканевые. Закрытые. Значит, 1500 стоит вот такой 12 светодиодов тюльпанчиков. Они на солнечной батарее. Кстати. Вот да, все то же самое, как с яблоками.
Один в один. И, кстати, ребята, если кто будет покупать, опять же, небольшая рекомендация. Я не знаю почему, но от солнца вот это стекло, ну не стекло, ну как покрытие. Ну поверхность вот эта. Ой, не туда вот сейчас. Мутнеет. А почему? Это я так и не понял, но факт есть факт. Из 4 купленных комплектов вот этих гирлянд, 2 потемнело. Ну, не потемнело, там белый налет какой-то появился. Ну, тем не менее, пользуешься ты ими так же. Так, сольфидная гирлянда, 12 светодиодов. Но вот я такие. Хочу продолжить. Она предназначена для прямых солнечных лучей, чтобы она заряжала сзади аккумуляторную батарею. А тебе что мешало по гарантии обратиться, пока был гарантийный случай? Да просто. А в Тикею держать смысла нет? Ну, не знаю. Но при этом функция та же. Работает. Она уже не так сильно вот это берет на себя энергию. Да. А, ну вот это уже. Уже проблема. Батарейку до конца не заряжает. Так, значит, вот рыжики. Может, дед озорник что-то там сделал? Может, дед назравал. 800 рублей. Потом вот такая вот таблетосина. Камешек. Камешек, да. 800 рублей. И вот такая вот 1600. Все на светодиодах. Все можно использовать на улице, в саду. А уж как оно там себя покажет, Дима вам пример сказал, что может показать как угодно. Поэтому, ребят, лучше возьмите на батарейках. А вода, дождик? Вот, наверное, лучше вот такие. Нет, там ничего не будет. Это же не 220. Да? Ну, ладно. Так, я вам вначале, мы вам самому показывали змею, да, в виде пенала. А есть еще декоративные коробки. Эльбатинг, то же самое. Три коробки, вот они вот таким образом продаются. Можно транспортировать почтой. И фактически это три стакана, но с двумя крышками. Два одного размера и один дружок поменьше. Так, вот такой органайзер Ланг мой, бумажный, с разделителями. 250 рублей. Продается вот в таком виде, ну, для всяких штук. И это мы вам все уже показывали. Так, я вот про коробки вспоминаю, у меня просто уже этот резонанс, потому что я в сторисах это снимаю, показываю отдельно. Резонанс, может, диссонанс? Диссонанс. А я что-то подумал, что? Все, я понимаю, что уже 3-4 часа съемок, уже тяжело. Ну да. Уже тупишь. Дрёна коробка. Смотрите, какого цвета появилась. Называется разноцветная. Размер такой же калаксовый, стандартный. 279 рублей цена. Главное, что мне понравилось, у нее одна сторона яркая, а другая вот такая. Не любит перегрузов. Кстати, да, это имеет. Ткань виду. Растягивается. Вот так примерно вот так она будет выглядеть со временем. Так, вот те железные мы показывали. А у Ланкмой появились еще вот такие две коробки. Три коробки должно быть. Где третья? Ваську сперли. Должно быть три коробки. Третьей нету. В общем, набор из трех коробок. 999 рублей. Плотная бумага. Гораздо плотнее у Ланкмой всегда, чем у Тьены. Но все-таки имейте в виду, да, что храним что-то такое. Подписчики не любят, когда ты копытами своими что-то бьешь. Все. 999 рублей. Набор из трех штук. Для декора очень красиво. Ланкмой декоративная коробка из двух штук. А, вот. Господи, кто-то созревал. Вот так. 499 рублей набор из двух. И вот такой набор из трех 999. А, получается сначала красненький, потом... Зелененький, потом желтый. И думаю, они одинаковые. Нет, они все разного диаметра. Пойдем дальше. Мы в отделе оформления. Надеюсь, Дима у меня еще живой. Вроде камеру держит. Стоит еще. Появилось очень много всяких штук красивых. Вот такие гирлянды с ником. 1,5 метра для дома и улицы. Венок называется. Все вот на таких ленточках. Здесь такие бумажные листочки. Потом вот такой букет 399 рублей. Ну, это прям шоссейный, да? Нам сразу, наверное, решили презентовать весну и осень. Да. 399 рублей. Ну, прям вот очень похож на астры. Так, пойдем покажем новую вазочку. В Градвиз появилась вот такого глянцевого бирюзового цвета. Есть еще розовая матовая. Совершенно до недавнего времени она была по акции. За 500 рублей можно было купить. Сейчас опять цена 800 рублей.
Ну, мне так больше нравится, благороднее. Плавающий цветок. 250 рублей. Вот такая вот специальная подстилочка. Можно пустить. И будет счастье в каком-нибудь пруду с лягушками. Так, маленькие вазочки давай покажу. Угу. Отерток. Три вазочки. Такая маленькая розовая, такая бирюзовая. И вот такой вот прям кувшинчик, как из восточной сказки. Ну, это все декоративное. Диме нравится? А то ты любитель у нас маленьких вазочек. Пока воздержусь. У Димы сейчас другая проблема, камеру купить. Не до вазочек. Декоративная миска, чеканка, серебристая, Windflecked. 600 рублей. Handmade. Пойдем покажем новые рамочки, которые я уже заприметила. Ой, кстати, смотри, сколько цветов стало новых. Надо опять цветы переснимать. Что такое? За 400 рублей? Что-то непонятное. Цветок искусственный для дома улицы Стрелеция. Как-то чуть грубовато Стрелеция сделано, больно много ниток. А вот розы классные. Смотри, какие. Да? Вот розы прям красивые. Угу. Вот уж красота. То есть, кто любит большие напольные вазы с такими вот цветами подживые, я думаю, Икея вполне сможет вашу потребность удовлетворить. А я для себя решила, что нам пора уже цветы переснимать, потому что цветов появилось очень много новых. И нужно обновлять это дело. Смотри, какие большие пионы красивые опять вышли. Их долго не было. Ну, записывайте в блокнотик и пойдемте дальше. Хорошо, идемте дальше. Идемте в рамочки. Я наконец-то хочу показать вам новые рамочки. Их очень много, они классные. Я не знаю цену, они еще ли стоят вот так на телеге. В общем, вот эти плавающие штучки есть еще из трех. Одна побольше, две поменьше. Дима уже начинает мяукать на тему, что все, надоело ты мне бегать по своим новинкам. Пленка заканчивается. Пленка заканчивается. Камера кушать просит. Оператор кушать просит. Все просят кушать. Так, рамки Fixbo появились новые. Кто мои сторис смотрит, видели, я неделю назад снимала. 21 на 21, 120 рублей без рубля, в таком вот красивом салатовом цвете. Вот такая тоже новая рама для трехмерной картины, Бумаркет, 1600. Честно, я не знаю, может быть, я еще не доросла. Для меня это шкатулка. Какую картину сюда можно поместить? Любую. Что, она станет трехмерной? Так, Fixbo, новые цвета появились тоже в большом размере, желтый и вот такой же зеленый. Это у нас уже 30 на 30, либо 33 на 33, могу тупить. 30 на 30. Цена, друзья мои. Вот, 200 рублей. Я хочу показать коллажом маленькую рамочку. Китай, Китай. Где оно? Куда дело? А, вот оно. Ой, у нас это, в Икее, Нижний Новгород, все покупатели очень креативные. Рука, смотрите, какая классная рука появилась. Делать. Иногда вот так делают. 1000 рублей. Иногда потом... и другой пальчик покажет. Да, но обычно средний всегда стоит. Да, это прям изящно сделано. Мне прям этот Терминатор 2 напоминает. I'll be back. Ну да. Он именно этот пальчик, по-моему, показывал, да? Нет, это нежная женская ручка. Ну вот смотри. Это никак не терминаторная рука. Рука загребущая. Ручка-крючка. Ой, слушай, а столько постеров появилось. Тоже пора переснимать. Смотри, какие открытки. Ребят, мы уже не можем фиксировать вам все это. Просто такое вот яркое, сочное. В принципе, постеры, я уже обратила внимание, все есть на сайте. У нас, кстати, даже цены еще не расставлены на них. Походу, вот только все это стали раскладывать. Вот еще яркое вижу новое. Куда-нибудь прям в кафе летнее просится, да? Хоть приезжай на выходных и снимай целый день. О, Господи, у меня по выходным мастер-классы, у меня нет выходных.
Вот что я хотела показать. Стоит 150 рублей. Жиблая. Ну, прикольно. Для маленьких фоточек 10 на 15. Прибить, главное, к стене и не трогать. Так, по-моему, все. Нет, не все, не все. Дима, сейчас, 2 секунды. Давай вот на этом мы и, наверное, закончим. Я еще кое-что вижу. Ну, пойдем, пойдем, че ж. Рама с постером Теген. Павлин Мавлин. Ананас. Мананас. Видите, даже еще цен нет. Фламинги. Смотри, что смотри, смотри, что нашла. Я лучше нашел. Что ты лучше нашел? Это какую-то программу напоминает. Зов джунглей называется. Да, да? Прикольно. Похоже? Угу. Ой, а вон, смотри, солнечная система. Мы точно в своей Икее? В детскую, да? Ну, я боюсь, она слишком много новинок Икея выложила. За раз. Как бы дали-то этого все не бьет. А вот это что такое? Слушай, новинки, они даже еще не разложены. Доска для записи, квисунт. Не, я хотел закончить быстро, просто такое большое количество новинок, я боюсь, что до лета больше новинок не будет. А, то есть вот сейчас выкинули все? Да, все, что сколько могли. Ну да, потому что мы никогда столько не снимали. Смотри, что нашла. Для этого. Для доски фломастер. Вот они везде стоят. Сколько стоит? 20 рублей стоит. Да. 2 300, блин, ну классно. Печать такая яркая, да? Ну да. Этих мы показывали, балерину с понтами показывали. Ну. Фломастер, хочу показать его, давай посмотрим. А вон, кстати, он со стороны доски. Обходи туда. 150 рублей. Белый. Кстати, неплохо пишет. А чем стирать? А интересно, он на мольберт пойдет? Мне кажется, пойдет. На молу? Мне кажется, пойдет. Он там прямой. А на нашу доску? Как ты думаешь? Она у нас белая. А черного фломастерка нет? Нет, он только белый. Ну, а белая доска-то есть? Ну вот она как. Че это будешь? Толку-то писать на ней? Не видно. Ну, значит, должен быть черный фломастер? Нету. Пойми. Ты плохо вот они, ищешь. Доски для записи, их еще даже не распаковали. Не повесили. Пойдем еще в цветочки заглянем. И эти уж маленькие, насколько, да? Ну да. Все миниатюрные и миниатюрные. Скоро в кармане будем таскать. Икею скоро будем возить в чемодане. Да. Набор таких суккулентов? Суккулентов. Ну, это же можно детям, как на игрушки пускать. Да. 200 рублей. Кукольный вот, домик. Новая фейка. $349. Эвкалипт. Это очень красивая. Пойдем дальше по фейкам лазить. Лаванда. Новинка. Девчонки просили, кто с Новосибирска заказывает, кто далеко живет. 800 рублей. Ну, прям как настоящая лаванда, да? Такая большая, полноценная. 12 сантиметров горшок. Тоже такое вьющееся растение, цветущее. 700 рублей. Вот эти розочки, по-моему, уже были. Не новинка. Бомбики. Димка платит. Ой. А, это мы уже показывали. Это, на это, ой, я уже ойкала. Так, ну, все. Ну, косматая. Друзья, я надеюсь, вы живы. И вы в более бодром состоянии, чем мы с Димой. Сняли, показали. Ждем ваших комментариев, кто уже что-то купил, кто уже чем-то пользуется. Как вам вообще? Очень надеюсь, что Икея нас все-таки к лету еще чем-то порадует. Да, и это не будет последней новинкой перед осенью. А то уж больно прям вот со щедрой руки выпили. Я боюсь вот это, таких все, больших количеств. Да. Вот. Дим, как тебе новинки? Пока не оценил. Не оценил? Надо к глазу привыкнуть. Надо камеру новую купить, тогда вот, Дима вот, оценит. Вот что. Да, у него теперь через призму не камеры, теперь все нехорошо. Ребятушки, спасибо большое, спасибо за поддержку. Кстати, спасибо за прямой эфир, 2 часа драйва.
Очень понравилось. А по поводу идеи закрытого чата в Телеграме, все в силе, мы опубликуем по этому поводу сюжет, знаете? И можно будет присоединяться. Буду давать вам консультацию, будем общаться именно в таком своем закрытом сообществе. Да. Все.